Приветствую вас на новом дне. Сегодня у нас уже понедельник. Начало новой недели и начало нового влога. Сегодня вот я выгляжу вот так. У меня в Инстаграме уже есть фотография. Я сделала фото, но на 32 недели. Еще на прошлой неделе в среду должна была сделать, но сделала только сейчас. Смотрю на улицу, погода у нас меняется. Что-то как-то становится на дождь, как будто до сих пор была жара. Честно, переношу жару сейчас очень тяжело в связи с этой болезнью, ангиной. Продолжаю лечиться все же. Ночью это тоже не очень хорошо спала. И поняла одно: лучше я не буду выходить на улицу пока что. Хоть до конца беременности, потому что не хочу я болеть. Я вижу, что мне становится хуже, если я выхожу на улицу, поэтому посижу-ка я дома. Так что те, кто любит домашние влоги, welcome. Ну, я все никак не могу найти в себе силы, чтобы обработать тот влог, который на прошлой неделе был, когда был мой день рождения. Уже начало июля. Скоро будет середина лета. Я даже не могу в это поверить. Скоро роды. Уже очень много докупила, заказала. Сейчас заказала очень много, поэтому лучше не буду перечислять, а уже когда будет по ходу приходить, я буду вам показывать распаковку посылок. Ну а потом, дай бог, найти в себе силы. Думаю, на 9-м месяце не так легко их найти, но я постараюсь. Бывает и хуже. Женщины переносят беременность, как я смотрю, по разговорам, то, что вообще на 9-м месяце дома сидят и как-то особо не выходят. И у меня эта сила есть, я иногда даже живот свой не чувствую, если честно. Вообще, как будто его нет. Но вот болезнь, это ангина, которая случилась со мной, вообще не радует и тяжеловато, тяжеловато. И вот хорошо, что я говорю на камеру, это мне очень помогает. У меня, видно, связки расходятся, и я не молчу, и так легче мне. У меня не болит горло так, как когда я молчу и сплю, допустим. Так что да, сегодня я посмотрю, если мне придут какие-то посылки, обязательно поснимаю. Кстати, вы видели фотографию у меня здесь? Вот такой коллаж с моментами очень важными. И еще вот здесь у нас такие фотографии есть с луной. Вот так и вот так. Отражается, стану так, чтобы было видно. Мое женское счастье продолжает бешено цвести. Видите, те, которые уже отцветают, становятся зелеными. Их надо обрезать, чтобы оно не напрягалось. А то у него столько цветов, что оно точно напрягается по-любому. Пойду прилягу, посмотрю. Сейчас выпью свой этот. Кстати, начала пить. Это терафлю, которая запаривать. Очень неприятный для меня запах. Cinnamon и apple. Короче, яблоко с корицей, но такое какое-то ядерное. Поставила себе, чтобы тут чуть-чуть остыло, потому что не хочу горячее пить. Кстати, очень хорошо помогло. Вчера первый раз попробовала и как-то потянула в сон сразу после него и поспала хоть немножко, не имела боль в горле. Потому что когда сплю, у меня блокируется горло. Как будто даже вода, воздух не проходит через горло. Хотя одна гланда всего у меня опухшая, правая. Так что не знаю, как с этим бороться уже так долго. Уже вторую неделю борюсь. Но видно, что как при беременности иммунитет падает еще больше, поэтому вот так. Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас новый день, сегодня у нас вторник, и начинаем мы этот день с посылки от Walmart. Я ее открыла, чтобы не мучиться, и сейчас вместе давайте откроем до конца, посмотрим, что там. Я уже вижу вот такие пеленки с Винни-Пухом от фирмы Disney Baby. Хорошая фирма. Такие фланелевые пеленки. Размером они идут как... Надо посмотреть, с какой стороны, где здесь пишут, не пишут размер. Знаете, не пишут размер пеленки. Давайте вместе вскроем, посмотрим. Я, кстати, сейчас собираюсь идти в больницу на плановый осмотр с любимым. Мне сегодня очень болит горло. Ночь удалась не очень опять. Уже так надоело болеть. Поскорее хочется вылечиться. Уже что я только не делала. Вроде отпускает, но на время. В общем, не хочу я жаловаться. Все хорошо, это самое главное. Пойдем к врачу сейчас и как раз, может быть, выпишет мне какие-нибудь антибиотики, которые можно беременным. А здесь есть такие. По крайней мере, я хочу уже поскорее вылечиться, так как это все затянулось на полторы недели. Так, это не пеленки, это у нас скорее такие как мини-пеленочки. Вот вы видите их размеры, как рука моя, вот от начала до конца. В общем, да, сейчас я их пока сложу, а потом уже поотрезаю этикетки. Подробно уже покажу вам потом в следующих видео.
Здравствуйте, дорогие зрители и телезрители. Мы еще не уехали в Кручу, как раз собираемся и привезли еще две посылки. Одна большая, другая маленькая, это каждый месяц мне приходит. А это уже сломано. Это зеркало для малыша в машине. Боже мой, что за зеркало? И оно включается и светится, и все такое, звук. И здесь управляешь с машины. Сам сидишь за рулем, управляешь, чтобы сзади. Если начинает плакать. Понял. Не помню, показывала я вам или нет, что мне каждый месяц приходит и вот такая вот BB-бьюти коробочка с корейскими продуктами. И каждый раз она вот заявляет о себе. Deep Detox. Глубокое очищение. И здесь указаны все продукты, которые находятся внутри. Вот они. И сейчас мы вместе вскроем. Первое, что мне бросается в глаза, это угольная маска для лица, которая пенится. Следующее. Это коньяковый спонж. Кстати, очень хотела попробовать давно. Он твердый, когда ты его мочишь, он намокает. Как раз то, что мне нужно. Потемнее. Карандаш для бровей. Узнаете потом, почему. О, и вот это мне нужно было. Тоже как раз закончилось. Чистительный пластырь для носа от черных точек. И это у нас клинсер, который очищает лицо. Тоже пенится, тоже черный, с углем. Короче, у них эта версия полностью с углем. А это, как всегда, 3-степ маск. Первый степ — это увлажнение, пилинг, гель. Второй степ — это тоже увлажнение, витамины, ампула. И третий степ — это тоже увлажнение, маска. Приветствую вас! Сегодня у нас следующий день. И сегодня у нас уже 4 июля. А это значит, в Америке день независимости. Так что у меня не зря такая майка. Вы видите, что здесь написано? Всех, кто живет в Америке, поздравляю с праздником. А мы сейчас на часах 7:07, кстати. Меня кто-то любит. 7:07. Я лично встала где-то в 5. Ночью вставала каждые пару часов, это точно. И мы уже поели кашу. Сейчас собрались за покупками в магазине. Кстати, уже очень нужно. Когда успевают эти почтальоны приносить так нерегулярно эти посылки? Да, я понимаю, что их заказываю сейчас много, потому что готовлюсь к родам. Но просто как я не заметила вчера или сегодня так рано принесли? Странные они, конечно. Пришли переходники для корсита. Корсит еще не пришел, переходники пришли. Что-то мне это напоминает. То же самое было с коляской. Пришла сумка сначала, коляска потом. И была проблема с ней. Но с корситом не должна быть проблема, я думаю. С Nordstrom я заказала. И очень быстро приходит. За пару дней. С коляской как раз подходит пару фирм всего корситов. Обязательно к ним нужно переходить. То есть другие фирмы. Там буквально 2-3 фирмы. И другие фирмы не подходят для нашей коляски. Даже с корситом, даже с переходниками. Сегодня в планах, дай бог сил, приготовить суп грибной. Буду первый раз экспериментировать. Взяла специи разные, которые подходят. Почитала в гугле, какие подходят к грибному супу. Взяла сок опять, этот хайпульп, который очень густой. За счет, смотри, ты мне говорил, что он не наливается. Он наливается. Да, он такой был, он наливается. Просто я тоже испугалась, но когда увидела, что хайпульпа, я люблю это очень. Да, крекеры полезные с рейнчем. Из миндальной муки. Что здесь? Протеина 3 грамма, шугар 1 грамм, содиум 220, фет 3 грамма. В общем, на вечер взяли, будем делать в духовке курицу, куриные ножки с цукини, с кабачками, перцем. Тоже пополезнее что-то. Ну и фрукты к каше с утра. Здесь у меня один перец остренький. Посмотрим, поставим. Потом ветчина на утро, лавровый лист. Что-то опять горло разболелось. Чуть-чуть вспотело, и все. Сразу горло начинает болеть. Потеть — это плохо. Лучше пусть будет включен кондиционер. Решила я сегодня замутить экспериментальный суп с грибами. Он будет жидкий, я думаю, не такой уж и густой. Почему экспериментальный? Потому что я впервые буду его пробовать делать. Интуитивно даже. Нигде не беру рецепт, а просто сама как-то так придумала. Не буду делать много, все же пробный. Скажу, что нам понадобится. Первое, грибы. У меня вот такие белые, золотые шиитаки. Так, следующее, мне понадобится луковица. Потом, естественно, мне понадобится мясо.
Я буду брать наполовину грудинку, наполовину chicken things, то есть бедрышки курицы. Так, еще для зажарки мне понадобится морковка, вот уже готова натертая. Зелень, тут у меня петрушка и один перец, но перец не сюда. Он просто там попал. Потом у меня есть вот такой халапеньо перец. Вот такой вот горький, может быть, придам пикантности, потому что читала в интернете, что с грибным супом очень хорошо сочетается перец чили. Я перец чили тоже добавлю специи, но вот этот тоже посмотрим по вкусу уже. Следующие специи, которые мне понадобятся, лавровый лист, чили такой здесь, чесночная пудра и перец душистый и перец черный мне тоже понадобится. Потом мне понадобятся сливки, у меня обезжиренные они. И при подаче уже моцарелла, сыр и вот такие сухарики. Приступим. Как вы видите, супа осталось очень мало. Все потому, что у меня просто закончилась память на телефоне. Мы уже два раза его поели. Мне очень он понравился. Получился такой душистый, пряный, остренький, классный суп. Мой личный рецепт. Кто хочет, может в комментариях мне написать. Я отвечу и рецепт напишу. И давайте спросим Ваню, как ему этот суп понравился или нет. Делаешь? У меня есть вопрос. Как тебе суп? Понравился? Очень вкусный. Очень сильный. А все потому, что ты вот что делаешь. Одно еще не покрасил, да? Давай, может, лучше покушаем, а то уже 7 часов почти будет скоро. Давай, сейчас покажу. Пока еще светло, засниму. Мы едем сейчас на салюты смотреть. Мы опять оба в красном. Уже повторяется как будто. Да. И у нас у соседей здесь везде столько машин. И уже с обеда взрываются люди. Я не понимаю, почему, конечно. Зачем взрывать, тратить, если их не видно. Но машин много. Вот там машины. Много машин. Посмотрим, как в этом году будет. В прошлом году 30 минут без остановки взрывали салют. Так что не буду забивать память. Посмотрим. Посмотрите, сколько людей. Я не помню, так же было в прошлом году или меньше. Но это пипец просто. И уже взрывают везде. Это жесть. Сколько людей.
Да. Там где-то вдалеке. Вот красавица сидит с машины, смотрит. Опа.
приветствую вас сегодня утро уже следующего дня. Сегодня у нас четверг, и как вам салюты? 30-минутные, как обычно у них видно по традиции, 30 минут без остановки бегачили салюты. Но потом это была жесть выехать с этой парковки. Сколько мы ждали? Мы, наверное, больше получаса ждали и стояли на месте, чтобы выехать. Никто не контролировал это все, и не было ментов, не было никого. Так что под контроль брали. Что поделать, выехали, слава богу. Слава богу, я могла терпеть, потому что там не было даже туалета, извините за подробности. Но так долго я еще не терпела в последнее время, но ничего, мы справились. Просто хочу вам показать, сейчас мне пришла посылка, любимый ее достал утром. Посмотрите на этот кулек, я уже его вскрыла. Просто посмотрите, и вот в этом кульке лежит всего раз, два. И это все. Это несчастных два бюстгальтера. Вот в такой кулек. Сумасшедшие. Вот не пойму, зачем такой кулек для двух несчастных бюстгальтеров. Их не просто интересно. Вот так, в мусор. Здесь варятся яйца. Пусть еще покипят чуть-чуть. Ну, а я. Сейчас буду умываться, потому что даже еще не умылась. Была уже лучше, кстати. Уже две ночи сплю, мне уже горло не болит. Очень хочу спать. Что мы идем на выздоровление, и это круто. Видео, которое вы видели с салютами, любимый снимал с крыши нашего трака. Было круто, но мы стали сзади другого трака. Видно, там никто не хотел вставать, потому что был слишком высокий трак впереди, и не видно было ничего. Ну, а мы, конечно же, с нашими большими колесами видно было. Ну, сейчас не об этом. Хочу показать вам бюстгальтер, который бра, скорее всего, который я заказала себе уже для сумки в роддом. Так, это чистый хлопок. Я надеюсь, по размеру я угадала все. Здесь вот такие обычные топики с широкими шлейками. Это очень хорошо. Будет поддерживать грудь. Шлейки здесь регулируются, и это немаловажно. Сзади тоже широкая застежка, тоже регулируется. И самое главное, что это nourishing bra, то есть для кормящих мам. Вот так открывается, закрывается. Удобно, хорошо. По размеру вижу, что подойдет. Вот здесь не тугая резинка. Это тоже хорошо, потому что мне вот здесь вот, если честно, вот последний месяц начало болеть. Вот здесь. Не знаю почему, может из-за того, что я сижу вот так не слишком ровно, и идет давление еще и от малыша, и от меня сверху здесь. И получается, что на мышцы идет давление. Вот в комплекте шли два бюстгальтера, вот второй серый, аналогично такой же. И отдельно еще один, этот вообще крутой, мне нравится. Вот такой, расцветка прикольная. Здесь обычные шлейки, ничего страшного. Тоже регулируется, тоже хлопок, даже более комфортный, скажу. Тоже открывается вот так вот, удобно. Ну, классный, тоже по размеру должен подойти. В общем, я довольна то, что я заказала. Кстати, заказывала я это, не поверите, в обычном Walmart. Вернее, не обычном, а именно Walmart онлайн, потому что такие хорошие продукты, такие качественные, вы не найдете в обычном Walmart. Ну, если только там какой-то сверхъестественно большой Walmart. Мне очень нравится заказывать у Walmart именно онлайн, потому что ну, разница совершенно другая между продуктами. И выбора просто неимоверно. Я смотрела видео у одной блогерши тоже про сумку в роддом. И вот она посоветовала вам заказать это. Я хотела там заказать и себе начинушку специальную, но что-то мне не понравились. Да, там было очень много всего разного цвета. Качество, но они были все распроданы, самые хорошие, те, которые мне нравились, поэтому я заказала отдельно, и когда уже придет, я вам обязательно покажу. Ну а сейчас я иду умываться, приводить себя в порядок, сяду за компьютер, и наконец-то вывелось мое видео на компьютер, осталось его только загрузить и сделать к нему заставку. Так что да, пожелайте мне удачи. Не пугаемся. Я нанесла маску, я искупалась, у меня мокрые волосы. И посмотрите, пожалуйста, на это. Это карбонная маска, которая пришла мне в месячной коробочке, я показывала вам вчера. И вот так она пузырится полностью, превращается в пену. Этим и очищает поры. Такое щекотное ощущение по лицу. Я надеюсь, она сработает и очистит мне поры. Так что это иногда нужно делать. Хочу показать вам, что получилось с моим лицом. Я как какой-то Дед Мороз. Жесть. Офигеть. Это все пена. Ее сейчас надо помассажировать. Прошло 1-2 минуты, как на упаковке указано.
Сейчас сделаю массаж лицу и смою. Вот такой вот сюрприз от компании с питанием пришел мне на дом. Еще одно подтверждение, как в Америке бесплатно могут отправить вот такую коробку. И это от компании Infamil NeuroPro. Здесь помимо купонов всяких на $5, на $10 здесь на питание вот для детей. Потом есть какой-то вот тоже журнальчик по кормлению. Они как-то через клинику, видно, увидели меня в системе, что я уже на поздних сроках, и прислали мне вот всякое разное. Интересные продукты у них, конечно, есть. Особенно для тех, кто вынужден кормить не грудью. Вот опять купоны вот такие. Странно вообще-то принесли так. Так, одна банка питанием, вторая банка. Вот такая. Они пишут, что они самые приближенные к молоку матери, их питание. Еще одна коробка. Не знаю, что здесь, но она вот тяжеленькая. Ага, все, поняла. Знаете, я смотрела видео раньше. Одной рукой, конечно, не очень удобно. Смотрела видео раньше о том, как выписываются из роддома, как находятся здесь в Америке в роддоме, чтобы знать примерно, что меня ждет. И там вот такие штуки дают. Чего это вдруг они мне решили прислать? Смотрите, уже готовое питание. Просто вставляешь соску. Кстати, соска вот здесь. Вот она. Вставляешь, закручиваешь здесь. Такие даются здесь в роддоме. 2, 3, 4, 5, 6. 6 штучек. Офигеть. И питание. Интересно, она долго так вот хранится? Что с ней делать? Я без понятия. Вау. Интересно, как с ней пользоваться? Вот это мне интересно, конечно. То есть, смотрите, она хранится, я так понимаю, так, даже без холодильника, и его нельзя использовать, если чуть-чуть повреждена крышка. И перед использованием его надо встряхнуть. Интересная штука, конечно. Обычно детей здесь в роддоме докармливают, если не на первый день пришло молоко, то, конечно же, ребенок хочет кушать, и ему приходится вот такими способами докармливаться. Но это не может не радовать. Мне, кстати, вот такой же упаковку давали, когда мы только поступали на учет в самой клинике. Начало распаковки корсита. К нам пришел корсит сегодня. Макси Кози фирма называется. Я уже говорила, что это один из тех, которые подходят для нашей коляски, а их немного. Мне нравится, что здесь есть еще одна ручка. Видишь, не у всех корситов есть такая ручка. Здесь. Сколько здесь точек безопасности? Походу, 3 должно быть или 5. Нет, наверное. Ага, вот так. Все, малыш, ты будешь здесь. Базу можно установить, а этот еще можно спрятать. Да. Ну, а теперь... Что ты будешь делать? Вернее, будешь ее клеить, потому что на эти шурупы вообще не вариант. Ставить какие-то они совсем не... Да, ненадежные. Надеюсь, получится на клей посадить ее. Покажи клей, которым ты клеишь. Муж и мило. Годзилла спасет мир. Просто посмотрите, как на улице изменилась погода. Ливень. Плюс гром и молния очень сильные. Гремит. Смотрите, как течет с крыши. Вообще, вот вы это слышите. Ну что, друзья, приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас уже следующий день. Сегодня пятница, и сегодня день изменений. Я накрашена не зря, потому что скоро выдвигаемся по времени. У нас аппойтмент с парикмахерской. Так что запомните меня вот такой. Я думаю, не скоро я еще вернусь к этому образу. И посмотрите, что будет дальше. А сейчас расскажу вам про свою ночь. Ужасную. Я не знаю, что с моим горлом. Просто не знаю. Я без понятия. Мне прошла боль, у меня прошла температура. Но у меня продолжает опухать правая сторона, правая гланда. Она мне перекрывает дыхание, поэтому я так задыхаюсь. Только я засну, через час, максимум два, я просыпаюсь от того, что у меня блокируется настолько здесь воздух, что он прям стучит, то, что он упирается об этот отек. Это так ужасно. Каждый час вставала, каждый час. Я вообще не спала этой ночью. И, в общем, вам надоело, что я жалуюсь, но эти последние недели у меня жесть, что творится, конечно. Дело в том, что это не микробы. Мазок взяли,
все нормально. Мы позвонили врачу, потому что мы сказали, что, блин, сколько можно? Я уже, наверное, 3 недели не сплю нормально ночью вообще. Я встаю каждые пару часов. И ни днем, и ни ночью я не могу спать. Просто под утро уже вырубаюсь, потому что боюсь, что я, блин, задохнусь, серьезно. Потому что иногда даже боишься заснуть, что не проснешься, не дай бог, конечно. Но волнуюсь за ребенка, волнуюсь, что все было хорошо. Надоело уже болеть, честно. Но я не опускаю руки. Все же, когда нет температуры и когда так, наверное, лучше. Посмотрим, что скажет врач. Кстати, как вам мои брови? Я их привела в порядок. У меня редко это происходит, конечно, в жизни, когда привожу в порядок свои брови. В общем, да, вот мои волосы. Запоминайте меня такой, какой я есть сейчас, потому что через буквально часов 4, наверное, вы увидите меня совсем другой. Ой, какая красавица! Вот это ее волосы. Вот они, какие-то полосатые. Какие-то полосатые. Полосатые. Такая вот голова сверху. Вот так. Вот такие волосы до и потом. Покажу после. Пришли где-то. Ну что, пришли отпраздновать наши изменения. Что? Милота. Такие волосы здоровые, такие мягкие, гладкие. Вообще разница просто колоссальная. Наверное, я не знаю, что должно произойти, чтобы я обратно захотела в светлый, но нет. Не думаю. И это не беременность на меня влияет. Смотрите на эти глаза. Это не беременность на меня влияет. Запомните это. Все, чай. Целуемся. Ну что, друзья, вот так вот я изменилась. Я на своем стандартном месте, дома уже. Вы видите мой цвет волос. Конечно, он будет потемнее, чем мой цвет. Я темно-русая сама по себе. Как бы это тоже приближенный. Как вам? Напишите в комментариях. Я поспала чуть-чуть, я сейчас сонная. Хочу показать вам, мне пришли 2 посылки. Первая и вторая. Это легкая, это тяжелая. Давайте начнем с этого. Неужели пришло? Пришло то, что я заказала, наверное, 2 месяца назад. Надеюсь, оно мне будет еще как раз. Да, качество, конечно, еще такого я не видела ужасного. Я заодно переоделась в домашнюю одежду и покажу вам сейчас следующую посылку. Здесь пакет плотный. В отдельных пакетиках даже. Мирма, это вот Баджу Мама.
Бэджу маму, да, как правильно произнести. Это начинушечка в роддом. Вот такая для кормления. Очень хорошее качество, приятное. Размер у меня здесь какой? М. Взяла М на всякий случай. Хотя и С бы тоже подошел. Классная. Черная, темненькая, как раз то, что я хотела для роддома. Потому что, сами понимаете, там может все мараться. Так, чтобы не было видно. Черная, темная такое вот. Конечно, я возьму с собой еще несколько, потому что неизвестно, сколько мне придется лежать там. Да и как бы все тоже неизвестно. И вот к этой начинушке есть еще вот такой халатик. Обычный халатик вот такой. Уже увидите меня в день X, как говорится. Халат здесь SM размер. Говори. Тут йогурт. У нас йогурт и Light Fitness, чтобы не толстеть. Молоко, малина, помидоры, кексы. Дыня. Вы не представляете, как она пахнет. А это брюнет бриллиант. Кондиционер для волос и шампунь. Так что будем поддерживать цвет теперь, чтобы не вымывался. И любимый догадался взять мыло для упаковки. Это очень хорошо. Тут у нас пупки. Здесь у нас на завтра планы на костре. Лысые персики, абрикосы. Черешня. Черешня. Короче, мы по сезону ударяем сейчас. Яйца. Любимый купил мед. Очень вкусный. Хлопья. Хлопья мои. Он засахаренный, кстати. Мед. Огурцы. Куча. Sweet potato. Куча sweet potato, да? Вот эти очень хорошие. Кайны. Такие как нюши, прессованные. Печеньки с молоком. Когда-никогда, да? И это мое самое любимое варенье. Манго, гуава и passion fruit. Нет ничего вкуснее. Один фитнес протеиновый йогурт. И все. А еще хочу показать вам, что мы... Вернее, Ваня ходил в аптеку и купил. Мы звонили сегодня доктору, потому что нельзя, не должно так продолжаться, чтобы я не спала ночью. Поэтому доктор сказал, что вот, значит, это аллергия, и надо пить от аллергии, чтобы снимало отеки. Так что я сегодня первый раз выпью на ночь, посмотрим, как оно поможет или нет. Приветствую вас на моем канале. У нас сегодня уже воскресенье, не суббота. Вчера вообще, у меня уже вторая неделя, мне нечего снимать в субботу, потому что мне плохо опять было. Мне болело горло, вернее, не болело, а блокировалось. Ночью я очень плохо спала. Но не в этом суть. Уже хорошо, спасибо Богу, поэтому взяла камеру в руки. Сейчас я поела яйцо вареное с куриными внутренностями, мы сварили их, очень любим. Да, может, кто-то не любит, но мы очень любим их. У меня села батарея, кстати, чтобы не выключилась. И сейчас вот хочу... Фитнес-йогурт есть, который вот мало калорий имеет, не имеет жира вообще. Еще, кстати, хотела вам показать, что мне вчера или позавчера пришло в подарок опять. Я уже вам показывала коробку с питанием. Пришла еще одна коробка, еще лучше фирма Similac. Самое дорогое питание считается здесь. И вот они делают так рекламу, присылают, видно. Так что да, надеюсь, она мне не пригодится. И пришел новый мне лифчик. Большой не буду показывать. И сейчас вот я поем йогурт, и мы собираемся в поисках сумки в роддом. Будем подходящую искать сумку для роддома, чтобы у меня все было готово. А то мы вот сейчас, кстати, поговорили по скайпу, и мои уже готовы меня провожать на роды. Уже говорят, да ты родишь раньше августа. Ну, посмотрим, как будет. Как Бог даст. Да, я сегодня вот так выгляжу. Рубашка и юбка-шорт.